Палочки собираю. Классно. Это круто, классно. Ай, чуть-чуть меня не ударило. Тима, хватит играть. Сегодня твой любимый день. День уборки. О, нет, только не это. Ладно, сейчас доиграю и уберусь. Я все еще здесь. Ладно, ладно. Все, прибирайся. Через полчаса приду, проверю. Ого, сколько здесь навалило мусора. И кто это сделал все вообще? А, это же я. Приборка — это скучно. О, есть идея. Какой я молодец! О, Тима, когда ты успел все убрать? Я не видела, чтобы ты выносил мусор. Ты была на кухне. Надеюсь, ты не сгреб весь мусор под кровать. Ты ведь знаешь легенду о мусорном монстре? Мама, мне уже 6 лет. Ты меня этим не напугаешь. Ладно, я отойду в магазин. Пойдем, закроешь за мной дверь. Ну все, Тима, я пошла, пока. Вау, а это что это за фокусы? Кто достал мусор из-под кровати? Опять нужно прятать. Так, с чего начать? Если сейчас придет мама, он ее съест. Надо пробраться к выходу. Блин, закрыто. Нужно найти ключ. Ребята, давайте наберем 100 000 просмотров на этом видео, чтобы Тима смог убежать от монстра.